Ты пошли, иди по траншее, я пойду рядом, труп увидишь, кричи. Тебя, конечно, сниму, вот. Вот БТР, где меня накрыла птичка прямо возле него, хорошо промазала, попала вверх, а то уже тоже был бы 200. Так что живем мы весело. Серег, он по траншее, я рядом. Идем за продуктами. Трупы увидишь, кричи. Вон наш танк стоит, тоже подбитый, сука. Все раздолбили. От деревьев, видишь, ничего не осталось. Тут прикопаны уже трупы эти. Вообще все раздолбили, нахрен. Чего эти окопчики, они очень маленькие. Ай? Трупы, что ли? Вот танки наши подбитые, сука. А, хохол, что? Нет, наш. Пошли. Пошли дальше. Это еще пособирали, он, пацаны, забирает трупы, приходит. А так тут все было усеяно. В посадке вообще ничего нет. Че, сука, блиндаж? Раздолбили блиндаж. Попал. Попал, походу, в блиндаж прям. А я живу. Тебя его разобрал как? Да, вон тоже блиндаж. Там никого не видно, да? Здесь пулемет. А вот труп еще лежит один. Он валяется внизу. Это не знаю, чей. Автомат, да, двенашка тоже. 50 на дверях. О, там живые есть, что ли, кто? Да, свои. Че, у вас все ништяк? Да, да. Это хорошо. Пойдем дальше, за водой. За едой. Граники валяются, никому ничего не надо. Тут все валяется, сука. Тут оружие столько. Наступит. Нормально все будет. Хрен да ни хрена полтела. С бородой? Ладно, вот наш техник тоже разбитый. Беттер. Танк нахрен. Разобрали полностью. Хохлы. Хохлы нас глушат конкретно. Наши постреляют 5 минут, а хохлы весь день, сука. Арта накрывает нас. Вон лежит. А танк что осталось, сука, видать. Конкретно сандали все-таки. Ты нормально, Серый, все, не гони. Ты рядышком, ходи. От меня далеко не уходи. И все. Сука, этот рюкзак пока в руках. Там потом отрегулировать. Так, ну, вот идем. Эти говорят, ты вообще, что ли, безбашенный. Вон еще бетер наш внизу стоит. Танк внизу стоит. Подбитые. Вон они. 4000 человек, бригада. Осталось 30%. Вот, от 4000, говорит, человек осталось от бригады. Посмотрел. Я не ожидал такого. Есть война, конечно, но это война. Здесь не война, мясорубка была. Здесь была мясорубка, да. Это Авдеевский, смотри, стукнул палкой. Это Авдеевское направление как раз, Авдеевка здесь. У них там Пентагон называется. Да, туда медленно, оттуда уже пойдем. Без всяких этих съемок и всего. Это... Да, живо местный. Это трупы пособирали. Он, пацаны, собирает труп. А так уже все было усеяно. А там он спереди, чуть сбоку нас. Там вообще, говорят, трупов. Мать мучает. Там и спецназ не валяшки. Не валяшки. Спецназ. Да, там их тоже покрошило их конкретно. Вот автоматы нормальные. Это типа хохлядские зеленые, что ли, какие-то. Ну, они наши, но расцветка у них покрашена все.